Всем привет! Вы уже, наверное, заметили, что Сбербанк сделал в этом году. Он отменил платные переводы в регионы, ну, что, в принципе, похвально. Но второе, что он сделал, это внутри переводы, допустим, вы переводили кому-то со Сбера на Сбер, лимитизировал до 50 тысяч. Если вам интересно о том, как поднять лимит до 100 тысяч бесплатных переводов по системе бесплатные быстрые платежи, можете посмотреть, как я настраивал данный платеж своей жене. Ну и дальше пользоваться. Причем я, конечно, не проверял, но есть вероятность того, что перевод в другие банки тоже будет бесплатным. И уже не до 50 тысяч, а до 100 тысяч. В общем, погнали! Тут все очень просто. Нажимаем на Сбербанк. Сейчас он разблокируется. Зачем ты мой пин-код вводишь? Тихо. Ты же хочешь снимать до 100 тысяч? Ага, потом ты выложишь в интернет мой пин-код? Нет. Нажимаем вот сюда, вот жмакаем. Так. Потом на шестеренку. И здесь вот согласие и договоры, соглашение. Система быстрых платежей. Подключить. Так, подключить. Вот. Подключено, вернуться назад. Так, а теперь смотри, для того, чтобы перевести деньги, тебе нужно зайти в Сбербанк, ну, где ты заходишь, да, допустим. Вот. Ну, там, допустим, карту выбираешь, и дальше, смотри. Ой, не карту выбираешь, а где тут у тебя переводы? Платежи, переводы. А, вот платежи, да? Вот, и тут уже переходишь в самый-самый низ, вот, переводы в системе быстрых платежей. И тут ты уже можешь отсылать по 100 тысяч, ну, до 100 тысяч. Не только на какие-то банки, ну, не на Сбербанк, а на другие банки тоже. То есть на Альфу можешь переводить, там, на другие, которые поддерживают номер телефона, но только по номеру, ясно? Запомнила? Я так не умею, я через контакт перевожу.